Канал ДТВ представляет. ЖК Ломоносов, Санкт-Петербург, 16 ноября 2020 год. Поехали. Всем привет, друзья. Сейчас мы держим свой путь. ЖК Ломоносов, город Ломоносов, Санкт-Петербург. Все знаете, что сейчас идет задержка, и задержка идет в 1,5-2 года. Значит, первый литер был сдан. Литер 2 до сих пор еще не сдан, хотя обещали его еще сдать в том году, но по новому регламенту конец 4-го квартала этого года должна быть сдача. Вот, итак, ребята, с вами канал ДТВ, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, а мы едем вперед, ЖК Ломоносов. Расстояние от ЖК Ломоносова до города Ломоносова, именно центра к Финскому заливу, где-то 2 километра до Финского залива. Значит, от Петростроя до Петергофа где-то 9 километров и до Кировского завода ровно 29 километров. Итак, мы подъезжаем, давайте смотреть. Друзья, как мы видим, ничего здесь не построилось с июня месяца. Это как из мультика про Чебурашку. И строили, и наконец построили! Ура! Давайте я сейчас подключу камеру. Где стройка стоит? Как и стояла. Пью за ваше коммунальное хозяйство. Стоит, ничего не строится. Сегодня 16 ноября 2020 года.
нажимаем на стабилизатор. Как у нас называется эффект. Посмотрим, чуть позже напишем. Так, это первый корпус у нас. ЖК Ломоносов. Заселен. Люди живут здесь. Напоминаю, Михайловская улица, дом 51, литер 1. Стройка встала. Детская площадка. Thank you.
Сейчас мы заглянем, что там происходит. Происходит ли вообще что-либо? Стройка стоит. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. С вами канал ДТВ. К сожалению, последнее видео мы делали в июне месяце. И как вы видите, с июня месяца, сегодня 16 ноября, ничего не поменялось. Стройка в том же виде, как стояла, так и стоит. Напишите свои комментарии, пожалуйста, ниже. Может быть, кто-то знает о новых сроках сдачи. Но четвертый корпус, сдача стоит у них на второй квартал 2022 год. Но то, что я сейчас вижу, то, что ничего не строится, я боюсь, что и в 2022 году мы ничего не получим. Всем спасибо. Спасибо.